Теперь уже Хайрулин навешивает на ближнюю штангу. И 0-1. Выходит вперед Кайрат. Автогол случается в нашей встрече. Марат Хайрулин. Здесь столпотворение на ближней штанге. И Ян Вороговский. Тот человек, которого я хвалил. Наверное, такое случается. Бывает, тем более с молодыми игроками, в свои ворота. Причем это эффектно достаточно получается у него. Вколачивается минимального расстояния правый защитник Атрау. Правый защитник Кайрат, уж извините. И теперь нужно